Рассмотрим два колебания. Вдоль оси x и вдоль оси y, то есть два взаимоперпендикулярных колебания. Это у нас некоторая траектория, записанная в параметрическом виде. Уравнение траектории в параметрическом виде. Параметром здесь выступает время, t, в параметрическом виде. Если мы избавимся от t, то есть выразим y от x, то у нас получится уравнение траектории, выраженное в явном виде. Ну, пользуясь формулами разложения синуса и косинуса, можно представить эти выражения таким образом. Косинус фи 1 на косинус омега t плюс синус фи 1 на синус омега t. Ну и симметрично здесь косинус фи 2 на косинус омега t плюс синус фи 2 на синус омега t. Первое равенство умножим на косинус фи 2, а второе на минус косинус фи 1. Для того, чтобы у нас здесь косинус фи 1 на фи 2, а здесь минус косинус на фи 1 на фи 2 получилось. И при сложении результатов понятно, что это у нас взаимоуничтожится. Поэтому пишем x разделить на a умноженное на косинус фи 2 плюс умножаем на минус, поэтому минус y разделить на b косинус фи 1 равно. А здесь у нас получится выражение для синуса, на котором у нас будет одинаковое, будет синус фи 1 и синус фи 2. А, еще умноженное на косинус. Поэтому здесь у нас синус омега t вынесем, и у нас останется синус фи 1 на косинус фи 2 минус синус фи 2 на косинус фи 1. А величина в скобках, как известно, равна синусу разности. Тут фи 1 и фи 2 везде выступают, поэтому будет синус разности фи 1 минус фи 2. Ну и это синус омега t сюда тоже перепишем. Это выражение в скобке равно. Умножим теперь первое уравнение на синус фи 2, а второе на минус синус фи 2. И после сложения результатов аналогично вот этим двум уравнениям получим, аналогично вот этому уравнению получим x деленное на a синус фи 2 минус y деленное на b синус фи 1 равно косинус омега t на синус фи 2 минус фи 1. И это уравнение сюда перепишу. X разделить на a косинус фи 2 минус y разделить на b косинус фи 1. Получилось у нас два уравнения. Возведем в квадрат оба этих уравнения и сложим левую и правую части. X квадрат, деленный на a квадрат, вынесем за скобки.
останется синус квадрат плюс косинус квадрат. Единица. Здесь у нас будет плюс это мы возводим в квадрат. Поэтому будет квадрат y деленное на b в квадрате. А здесь синус квадрат плюс косинус квадрат тоже единица. И при возведении в квадрат получается перекрестные члены. Минус 2 а нет, x разделить на а, y разделить на b, косинус фи 1 минус фи 2 равно здесь при возведении мы вынесем синус квадрат. А тут будет синус квадрат плюс косинус квадрат, тоже единица. Поэтому здесь будет у нас синус квадрат разности фи 1 минус фи 2. Это уравнение как раз и есть уравнение эллипса. Уравнение эллипса. Вот такой искусственный прием.